Ну что ж, привет всем и добро пожаловать на стрим. Это Геймбой Ностальгии, и мы возвращаемся в Блёр. Как всегда, начинаем с нашего любимого звука. Так, у нас награды прибавились какие-то, но это не важно. Давайте мы, как в прошлый раз договаривались, возьмем Хана и возьмем вот эту гоночку. Будем отклоняться от пуль, которые нам пригодятся. Две атаки нам надо еще отразить, чтобы сразиться с Ханом. Ну и там возьмать надо будет еще гоночку на 5 звезд сделать. Кстати, надо посмотреть у той бабы, у нее все гонки на 5 звезд. Чтобы уж понять конкретно. А что, мы полностью первый делаем или нет? Ну, в целом, зачистка будет у нас еще. Итак, началась гонка. Точнее, только что начнется. Итак, старт. Ну, сразу мужичок отрывается вперед. Ух ты, попал. Итак, две атаки мы уже отразили. Надо было бы взять щиток. Только щиты берем. Нафиг не надо. А, поехали, ну ладно. Пофиг, у нас еще два круга есть. Так, второй круг. Щит берем. Yes, выполнили. Попробуем еще ворота пройти. Yes, прошли. Почему, интересно, модификации не действуют на гонки на выживание? Вот мне как раз там оно нужно. Итак, финальный круг. У него сцепление с дорогой, вот даже я не могу ни в какой занос войти. А я хотя могу. Ух ты. Ну, в общем, не важно.
Круто. Прямо аж остановился на финише. И стою, жду. Итак, 1008 у нас вверх поднялась. Стрелочка, наконец-то, впервые за последние несколько серий, буквально. Итак, популярность 8,5 уже пройдена. И поединок. Ну, давайте поединок мы постерегёмся. Don't expect to get too close to him. Фига, у неё тачка. Так. А давайте посмотрим, у нас первые девки все гонки на 5 звёзд. Понятно. Здесь 5 звёзд. 4 звёзды. Ну, давайте здесь возьмём что-нибудь поэкстравагантнее. На 5 звёзд. Заезд по постам. Если не получится, вернемся все равно потом и побьем ее на 5 звезд. Чтобы это не стало. Итак. Ну, должна же быть какая-то идея. Надо еще прогадать, что у него за машина. Мустанг, ну и с какой модификацией. Заносит очень сильно. Audi TTS давайте возьмем. Ее не будет, походу, ни заносить, ни вообще никак. Надо сажать. Косинок, например. Это я так о своем. Итак, ладно, давайте продолжим. Пропускаем. Поехали. Вот ее не заносит. Не так сильно. Блин, вот как обычно пропускаю. Себе улет. Вот это да, улет чекпоинта. Какой машиной можно победить это, а? Но не Ford F100. Я вроде и пробовал уже. И нифига не получилось. Не, ну правда, нифига не получилось. Как так? Давайте, ладно, попробуем. Шавый пикап. Кстати, смешная гонка есть. Александр Киселёв и Евгений Грачёв. Холодильник против... Чё-чё-чё. Против морозильника, походу. Ну,
тут типа неплохо ходит. Одну секунду всего догнал. Ну давай же, Саня, давай. Возьми бонус. За корючку. Бонус. Давайте переиграем. На этом же ретро. Мне оно понравилось. Нужно попробовать еще раз. Кстати, знаете, сколько у нас время? Я все записываю ровно столько спать. Время уже по 7 утра, я всю ночь сидел. Так, ладно. Ой, не важно. Так. Немного тут рассказываю о своей жизни, но в общем не важно. Так, это я уже в другой раз повторяю. Так, берем время. Время. В гараже врезался неправильно это. Пожалуйста, не серчайте. Так, ладно. Погнали. Еще раз. Вроде 9 постов, чего-то сложного. Оказывается... взять ускорение так, чтобы не врезаться в это чёртово ограждение. Попробую это еще раз Toyota Supra взять. Хотя она ее очень-очень-очень заносит, хотя на ней написано, что она для дрифта, но она по сути для дрифта, а не блеск какой-то там. Так вот, ей надо очень хорошо управлять. Управление на правую клавишу сделать. Я бы еще бы не был против. На правой клавиши. Thank you.
конечно. Можно не волноваться, можно успокоиться. Пошло, пошло, все к черту. Я просто-напросто сейчас возьму, пройду босса, скорю свою машину и заново пройду. Так, что-то не так с VPS-ом. Мне это не нравится. Подождите-ка. Продолжаем. Ограничение на Форда Мустангах, а у него будет... У него будет фиг знает что. Итак, два круга. Круга по вот этой вот трассе. Называется Грация Барселона. Это в городе Грация Барселона. Трасса называется Пасо де Грасия. Барселона где находится? Понятно. Просто немного надо вспомнить города мира и их окрестности. Ну так что, погнали? Погнали! Интересно, что у него за машина с какой модификацией? Если 4 пули. Итак, сразу же мы его обгоняем. Выкидываем. Оно нам не к чему. Будем брать одни щиты. Знаете, скажите, наверное, зачем? Ты же тупо что-то делаешь. Не тупо. Просто беру щиты на всякий случай, потому что он может, наверное, пускать ракеты. А у него вдруг улучшение с ракетой какое-нибудь интересное. А мне такая машина не нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак. Финиш. Выиграли его. Безо всякого труда. Он даже нас ни разу не стрельнул. Хантепер поражение. Я его выигрываю. 320 болельщиков, ну посрать на них. Отлично, ты моя машина со всеми наворотами, теперь валя, ля. Он с ней, Чё ты вообще не понял, о чём речь? Титановый щит увеличивает силу используемого щита и отражает атаки соперников, соответственно, им ответный удар. Вот что у него за машина. Круто. Итак, мы выиграли второго босса. В следующей серии мы будем проходить третьего. Вот так вот. Так что на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. С вами был Александр Важенок. Удачи и до новых встреч!